Доходы от приватизации в Молдове составили по итогам первого полугодия 91 миллион 100 тысяч леев, 13% от намеченного на 2021 год. Согласно данным агентства публичной собственности, в январе-июне состоялось два раунда приватизации на фондовой бирже, в ходе которых на продажу было выставлено 36 объектов госсобственности, большинство из которых неоднократно предлагалось к продаже и ранее. В ходе аукционов на фондовой бирже продан госпакет акций «Аквапруд» за 4 миллиона 760 тысяч леев, три имущественных комплекса и объект недвижимости в Кишиневе на общую сумму 52 миллиона 280 тысяч леев. Кроме того, были подписаны контракты о приватизации четырех объектов госсобственности в декабре 2020 года. Это детский оздоровительный лагерь «Автодорожник», турбаза «Молдова», база отдыха «Люкс» и земельный участок под строительство в Кодру. В законе о госбюджете на текущий год доходы от приватизации запланированы на уровне 700 миллионов леев. В 2020 году они равнялись 372 миллионам 170 тысячам.